Да. Для мясорубки самое то пулемет. Самое то пулемет. Ты чё, уснул что ли, парень? Вот тут посидеть можно. Это обезьяны, походу, выбежали, видите? Так, ну что? Тихо. Опа. Терп появился где-то здесь. Подо мной, да, по сути? По сути, по всему. Да, его уже нет. Ну чё, перезарядимся? Мне кажется... Ладно, что-то скучно сидеть, да? Сука, подол, блин, ну ты чё, совсем что ли? Ладно. Так, кстати, мы и внизу просто оказались, согласитесь, да? Да, да, круто. Итак, будем делать долгую серию фрагов. Ну, поста... Так, тихо. Выходим. Чё, никто не будет выходить? Оп, оп. Так, а здесь никто никогда не появляется? Мне интересно, да, появился вот. Так, самое главное не сдохнуть. Обалденно. Шикарно. Но это же фраг, как-никак, правильно, да? И падла. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Чё, офигел? Ты чё? Опух? Опух? Умри, собака! Кто там еще? Кто-то там еще ходит, да? Так, мне бы ствол. А, вот. Опять ты, что ли, блин, с двумя беретками своими? Тихо. Тихо! Блин, хамуха, два хамуха. Не пугать. Гребаный рандом. Еще опух, что ли? И ты, что ли, опух? Все вот это опухли, походу, да? И там еще кто-то наверху, по-моему, появился. Ну ладно, не суть. Так, не пугать. Я чувствую, как я сделаю сейчас минус. Я чувствую, я сейчас еще один минус сделаю, да? Или нет? Вот здесь я по-любому говорю, что не день, что не поход, что они все здесь, ну, что тут респаунится, что ты вовремя, аук мой, появился. Теперь мы сделаем с тобой очень классную серию фрагов. Самое главное, чтобы меня с СГ с этого не убили. И тут сейчас опять будут, да, вот спорим. Не, даже спорить не буду. Так, а вот сзади... Да, я тебя слышал. Оп. Да, ну, добивалочка здесь хорошо работает, потому что мясорубка. Все друг друга коцают и... Сука, я, блин, оглох почему-то, когда этот... Вот ты глухой! Кто? Гнида, вот гнида, ну ладно. Хорошо. Почему я на втором месте? Чё за бред? Ну ладно.